с этим. Здесь вот это... перец, салфетки, перец черный и соль, сахар, зубочистки идут. Что у нас тут? Отличное предложение. Иван Вильямс Бурбон. Покупаем и пепси получаем. Две штуки. Здесь у нас, так, ну это вилки, ложки, мы покупаем пиццу, получается, а пицца такая вот, и все. И что, плюс ничего не, да? Ну почему, можно еще что-нибудь заказать? Не, пицца, ну какая? Вот такая вот. Нет, пиццу мы заказываем, и плюс подарок. Пиво. Литр пива. Литр пива, получается. Я тут не пойму, тут суп нету, что ли? Какие-то закуски одни. А супчик хочешь? Спагетти болоньезе. Ну, халтура это. Дали пиво. Сейчас попробуем пиво. С чечем. А пиво называется Pilsner Lights. 390 кг, там 500 мг, по 490, в общем, такое разливное пиво. Попробуем. Ну, довольно ничего. Такой сладковатый. Я вообще-то люблю другого вкуса, более горьковато. Вот. Так пойдет. Чтобы вся вместилась. Вот такая вот пицца. Огромная. Да. Это с курами, это с салами, с беконом. Вообще мы доели пиццу, немножко осталось. Половину. Очень вкусная пицца. Попробуем. Ой, как хорошо сидеть, да? Это точно.